Всем доброго времени суток, ребят. Сегодня такое коротенькое видео, маленький обзорчик. Вот, по рыбасикам порядок, здесь порядок. Бутершить все в порядке. Все отлично. Жорик с девчонками. Жорик, он только что поел, отдыхает. Вот. Здесь самочки тоже все в порядке, сидит на икре. Да, сидит на икре. Все у нее хорошо. Так, здесь все хорошо у рыбасиков. У петухов там хорошо. Но я в эту банку вообще редко заглядываю. Ну, просто даю. Здесь у барбуся тоже все отлично. Все у них чудесно, все хорошо. Непонятно, что они возле воздуха здесь собрались. Кинул молодую крапиву. Первый раз они не едят. Здесь немножко мутнячок, промыл губку. Но рыбка чувствует себя хорошо. Стоит, гуляет, покушала, покормил. Вся рыбка покормлена. Так, ребят, я самца не убрал был сегодня с утра. Вот, убрал только самку. Икру практически всю сожрала, там пару икринок. Короче, в следующий раз буду не рисеть, буду сразу убирать и того, и другую производителей. Здесь пока ничего, самочку не выбила, здесь я самочку убрал. Я так смотрю по фекалиям, белые фекалии, вот видите, на листочке. Там, то есть, провтыкал, нерест был, но я не увидел. То есть, самец не построил гнездо. Вот, вот, видите, играет. Самочка, еще икра не выдавленная, видно вот точечка. У нее вот видно точечка. Сейчас как-то. На животике у нее белая точечка, видите, вот только что видно было. То есть самка не выдавленная. Ну оставим ее и посмотрим, что получится. Здесь пару икринок, видите, там маленькие. А вон дальше там вот видно вот фекалия белая. Это значит, самец тоже сожрал икру. Так, ребят, дальше. Так, мы бараком прошлись, под ним пришлись. Эти скалярики тоже у них все в порядке. Здесь я такой свет включил. Здесь можно менять на контроллере цвета, вот такой пультик. Вот, меняешь, ставишь, какой хочешь. Так, сейчас посмотрим, что у нас там. Я не помню, когда стрим был. День-два назад. Сейчас посмотрим, что у нас с уксусной угрицей. Сейчас возьму свет. Сейчас откроем манку. Так, ребят, ну вот сейчас посмотрим так, да? Вот сейчас увеличим. Так пока ничего не видно глазом, но я вижу, что есть угрица. Вот, ребята, смотрим. Вот буквально прошло совсем чуть-чуть, да, времени. И смотрите, сколько корма. Ребята, просто инфузорию реально, реально так не разведешь с такой скоростью инфузории. Видите? Ну просто инфузорию развести, вот не знаю, видел я там стартует инфузория, все, но на молоке, да, если молоко добавлять, можно инфузорию стартануть, но я не знаю, мне как-то не особо нравится на молоке. Вот такие червячки. И опять же, я сегодня утром сильно закормил. Кинул очень много. Видите, вот сколько осело артемии. Жесть просто. Я аэрацию специально выключил. Смотрите, сколько артемии осевшей. Так что я вот, не знаю, где-то минут 20 назад вот покормил мальков. Опять же уксусной угрицей. Вот такое вот количество у нас. Сейчас я... Это сильно. Вот такое количество у нас особо не видно еще. Не слишком-слишком маленькие. Разбрелись во всей толщине воды.
Ну, то есть малечек чувствует себя хорошо, видно, что животики упитанные. Сейчас попробуем поймать какого-то малька. Сейчас, секундочку. Вот возьмем, в принципе, вот этого вот конкретно малька. Видите, он белое пятнышко, да, по центру? Это животик. Животик у него набитый. Вот еще плавает. Видите, он дергается, червячки. Это еще уксусная угрица. И уже 20 минут прошло. Вот видите, как охотится. Оп, поймал. Оп, поймал. Ну, то есть, ребята, видите, свет я не выключал. Вернее, свет я на день выключаю. Здесь такой слабенький дневной свет, ребят. Так что свет я особо так и не выключаю. Когда кормлю, отключаю аэрацию. Вот, и кормлю. То есть, видите, еще, в принципе, здесь очень много еще угрицы плавает. Завтра будем чистить этот аквариум, чистить дно. Покажу, как я чищу. В принципе, аэрацию еще сейчас включать не буду. Вот, то есть мы увидели, угрица работает, угрицы довольно много. Вот. Еще раз говорю, ребята, я точно уже буду отправлять угрицу на этих выходных. Кому нужна культура уксусной угрицы, я отправлю по территории Украины. Ну и по территории Европы. С Европой вообще проблем нет. Вот. Доставку я оплачу, так что не переживайте. Вот. Если у кого-то есть желание заниматься этим кормом. Вот такие вот дела, ребята, на сегодня. Все буду заканчивать, вот так как рабочая неделя продолжается. Вот. Такие вот дела. Вот. Если у кого-то есть какие-то сомнения по поводу того, что я хочу помочь. Да, я действительно хочу помочь ребятам. По той простой причине, что, скажем так, ну, нужно помочь. Просто нужно помочь. Чисто по-человечески нужно помочь. Была бы у меня возможность, я бы отправил и в Казахстан, и в Россию. Но на данный момент вот, такой возможности нет. Вот, потому что аквариумисты везде, ребята, есть. Везде, как правило, это хорошие люди. Вот, это добрые люди. Вот, это люди, которые, ну, не поддерживают войну. Потому что люди просто любят жизнь. Люди любят природу и все живое. Вот такие вот, кто это аквариумисты. Вот. Но всему есть, ребята, предел. Вот. На этом все, ребята. Кому понравилось видео... Вот, ставьте лайк, пишите комментарий. Кто хочет уксусную угрицу, вот, тоже пишите комментарии, я объясню, как меня найти. Вот. Я, в принципе, есть в Фейсбуке, я есть. В общем, напишите в комментариях, я конкретно лично вам отвечу и скажу. Всем спасибо и пока!